Уважаемые одесситы, вчера прошло внеочередное заседание городской комиссии ТБЧС, на котором было принято решение об усилении карантинных мер в городе Одессе. Это решение было основано на постановлении Кабинета министров Украины номер 641, на решении Государственной комиссии ТБЧС номер 35 и на решении областной комиссии ТБЧС номер 45. Что это означает? Это означает, что город Одесса теперь отнесен в оранжевую зону. Что за собой влечет следующие ограничения? Ограничена работа фитнес-центров и спортивных клубов. Это ограничение действует на принятие клиентов. Теперь разрешено принимать клиентов один человек на 10 квадратных метров площади фитнес или спортивного клуба относительно проведения массовых мероприятий. Теперь массовые мероприятия разрешено проводить до 20 человек. При этом организаторы обязаны обеспечить 1,5 метра физической дистанции между участниками. Запрещена работа всех учреждений, которые предоставляют услуги по размещению людей, кроме отелей. То есть все хостелы, всевозможные общежития должны быть закрыты, их деятельность запрещена. Также запрещены все плановые госпитализации, кроме госпитализации в роддомах, госпитализации, которые приведут к ухудшению жизни или потере ее, и госпитализации, которые относятся к экстренным. Также запрещено работать ресторанам, кафе, барам, всем учреждениям, которые предоставляют услуги общественного питания после 22:00 и до 7 часов утра. Также на этой комиссии было принято решение о том, что с 19 числа все учебные заведения города Одессы, имеется в виду школы, переходят на дистанционную форму обучения до 26 числа. С 26 октября они уходят на плановые каникулы. Уважаемые одесситы, хотим напомнить вам о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах.